эти годы. Сотни женщин готовы расцеловать руки этого человека. Золотые руки, которые спасли множество жизней и помогли родиться сотням малышей. 40 лет Валентина Яковлевна отдала медицине. Работала хирургом в гинекологии больницы «Семашко». У нее в копилке много страшных историй, но практически всегда со счастливым концом. После моих операций осложнений никогда не было. У меня никто не умирал. Умерло за все время, которых я не могла спасти, и уже нельзя их было спасти. И 2 человека, и все. В детстве Валентина сильно заболела. Было подозрение на пневмонию. Врач ее спас, и девочка решила и свою жизнь посвятить спасению других. После мединститута пошла работать гинекологом в больницу «Семашко». Отговаривали, не испугалась. Условия у нас были тяжелые в то время. Если вам рассказать, вы не поверите. Женщины лежали на полу, сетки были гнилые, проваленные, вот эти панцирные сетки. Матрасы гнилые, ужасные, белья мало. Везли нас, эти аборты были запрещены. Сколько красавиц умерло, какая статистика была жуткая. Но к бабкам шли, куда? Аборты запрещены были. За сутки, вспоминает доктор, в женское отделение и роддом поступали 18-20 человек. Вместо положенного количества пациентов приходилось брать на себя двойную нагрузку. У меня такие были дежурства, что вот подряд везут, операция тяжелая, большой кровопотери. Раз, операция. Валентин Яков не размывает, следующий носилочный, 4 подряд. А после этого, думаю, хоть вздохну. У меня в одном кармане был кофеин, порошок, а в другом шоколадка. Попить, поесть некогда иногда было. Вот так мы работали. Отдыхать после дежурства тем более было некогда. Активную пробивную женщину 2 раза выбирали депутатом от Кировского района. Благодаря ей в районе появилась женская консультация. Больные туберкулезом стали лежать отдельно от остальных пациентов. Но, несмотря на такую занятость, Валентина Яковлевна всегда оставалась истинной леди. Я всегда была аккуратной, и все говорили, какие у нее необыкновенные красивые босоножки, какой на ней колпак всегда стоит белый, крахмальный. Отмечали, сохранить там красоту было трудно. Халат надо было менять несколько раз. Сейчас Валентине Яковлевне 90 лет. По иронии судьбы, помогая другим познать счастье материнства, сама осталась в одиночестве. Муж умер, единственный сын трагически погиб. Но женщина уверена, жизнь свою она прожила не зря. Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.